Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. Описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Георг Гросс. Улица Берлина, 1931 год, холст масла, 81/60. Немецкий художник, долгое время живший в Америке, объединил в своей живописи черты экспрессионизма, футуризма, новой вещественности и дадаизма. Улицы, город, человек, в стране, охваченный кризисом, вот главные темы его творчества в годы, когда была написана картина «Улица Берлина». Лица и жесты людей, наполняющих берлинскую улицу, гротескны. Недаром Гросс работал карикатуристом. На переднем плане просит подаяние нищий инвалид войны, самодовольный обыватель торопливо на ходу шарит у себя во внутреннем кармане. А следом идет, не останавливаясь, его накрашенная и хорошо одетая спутница. Нищета и богатство столкнулись и скоро разойдутся. На заднем плане видно, как вываливается на улице нутро ресторана. Пространство картины уплотнено тесно написанными фигурами и предметами. А колорит однообразен, лишь изредка спихивает красным, желтым и голубым, внося в изображенное беспокойную ноту. Люди кажутся селедками в бочке, в которую они влезли по собственной воле, а выбраться не в состоянии. Остросоциальное искусство Гросса передавало атмосферу немецкого общества накануне прихода нацистов к власти. Вот такое описание к работе Георга Гросса. Работа называется «Улица Берлина», написана в 1931 году. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.